«Юные дарования» – так назывался фестиваль-конкурс, который прошел на этой неделе в Доме детского творчества. Участники конкурса – дошколята от 4 до 7 лет, воспитанники детских садов города и района. Первое место в номинации «Современный танец» у воспитанников детского сада «Золотая рыбка». В номинации «Народный танец» победителями стали дошколята из Кораблика. В номинации «Ансамблевое пение» – «Золото» у малышей из Теремка. В номинации «Оригинальный жанр» победительницей стала Даша Филиппова из детского сада «Малышка». Диплом первой степени в номинации «Классический танец» у детского сада «Поселка Путеец». Прошу, не спугните случайно аиста вы.